Астропрогноз на 29 ноября. Овен. Гороскоп советует проявлять больше уважения к начальству. Возможно, финансовая прибыль. Телец. Старайтесь абстрагироваться от негативных мыслей и эмоций. Следите за своим здоровьем. Близнецы. На работе следует быть более коммуникабельными. Можно спланировать командировку. Рак. Не рассказывайте никому о своих планах на будущее. В любовной сфере лучше передать инициативу избраннику. Лев. День лучше провести в спокойной, уютной атмосфере. От второй половинки ожидайте сюрприз. Дева. Возможно, коллегам по работе понадобится ваша помощь или совет. Вечером лучше заняться спортом. Весы. Гороскоп предсказывает весам изменения в личной жизни. Они вас приятно порадуют. Скорпион. Сегодня стоит акцентировать внимание только на важных делах. Будьте внимательны при заполнении документов. Стрелец. Благоприятное время для реализации новых проектов. Возможно, продуктивное деловое знакомство. Козерог. Сначала следует разрешить давно отложенные вопросы, а потом можно смело браться за новые. Водолей. День обещает быть насыщенным во всех аспектах. Вечер подходит для романтического свидания. Рыбы. Возможно, встреча с человеком, которого вы давно не видели. Есть шанс подняться по карьерной лестнице.